Воронцовская ротонда, Ялтинский маяк и карта полуострова. Работы на Крымской площади завершены полностью. Теперь частичка Южного полуострова прямо в центре Самары. Сегодня здесь заканчивают последние штрихи. Волонтеры наводят порядок. Александр Бондарин узнал про волонтерство, когда учился в средней школе. Но тогда не понимал, с чего начать. Сейчас учится на втором курсе энергетического колледжа. Там рассказали, что следует сделать, чтобы вступить в ряды добровольцев. И вот уже год молодой человек помогает людям. Я просто как-то вот не задумывался, не оценивал свой вклад. Приходил с мыслью помочь и уходил с мыслью, что я немного помог. Всю эту неделю он вместе с целым отрядом помощников готовил к открытию площадки, которую преобразили в Самаре по программе формирования комфортной городской среды. Сегодня ребята трудятся на одной из самых ярких – Крымской площади. Ее преображение удивляет и заставляет восхищаться и тех, кто живет здесь уже много лет. А из нашего окна площадь Крымская видна. Здесь все было неухоженное, все вот вообще по нолям все. Очень было, да. А сейчас просто сказка. Мы вот не верится. Вот. Виды здесь, на зеленом оазисе, среди кольцевой развязки, и правда завораживающие. Делаешь шаг в сквер, а попадаешь на курорт. Здесь порядка 4000 квадратных метров плитки и чуть больше зелени, рассказывают строители. Изюминка площади, конечно, Ялтинский маяк высотой 9 метров, который по вечерам будет ее освещать. Подсветкой и фонтанами оборудовали Воронцовскую ротонду, у подножия которой плиткой выложена карта полуострова. Творить такую красоту было нелегко, признаются строители, но интересно. Новое всегда немножко такое сложное, но зато люди работали с интересом. Каждый объект, вот арт-объект, мы начинали делать, сначала не понимая, что хотим, а потом, когда все чертежи рассмотришь уже, посмотришь к окончанию, просто желание было быстрее его построить. Ну и какой же Крым без моря, а море без волн? И об этом подумали в дизайн-проекте. Помимо стандартных лавочек, которых здесь более 20 штук, установили и вот такие, так называемые волны. На таких не унесет. Поэтому и отдыхать здесь можно спокойно. Последние штрихи по преображению делают волонтеры, за что получают свои награды. Когда эта работа делается в симбиозе со всем городским обществом, с ее участниками, достигая вот такие отличные результаты. Площадь получила свое долгожданное преображение по программе формирования комфортной городской среды. По результатам рейтингового голосования самарцы выбрали ее и еще 4 площадки в городе, которые в этом году привели в порядок. Дизайн-проекты составляли с учетом пожеланий жителей города. Мария Левина, Григорий Плешаков, «События».